Уральские спортсмены стали призерами чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ. Приняли участие спортсмены из 12 стран Азии. За первые места боролись порядка 500 участников. Казахстанские спортсмены стали обладателями 16 золотых медалей. Чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ проходил в Таиланде с 24 по 26 марта. Сборная Казахстана состояла из 44 спортсменов в двух возрастных группах. Всего было около 500 участников, поэтому нашим спортсменам было нелегко. Марии Бравковой удалось занять второе место. Для спортсменки это первая большая победа. В родном Уральске ее встречают друзья, тренеры, родные и представители партии Акжоу, которые на протяжении многих лет поддерживают спортсменов. Это мое первое международное соревнование, можно сказать. И другой уровень подготовки к соревнованиям, там организации очень понравилось. Ну, соперники сильные были? Николай Иванович. Достаточно. Вам удалось занять? Я смогла занять второе место. Участникам пришлось соревноваться на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночных и командных лодках. Казахстанским спортсменам удалось завоевать 16 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых медалей. Тем самым они подтвердили статус сильнейшей команды Азии. Наш вид спорта уже очень долго, конечно, развивается у нас в Казахстане, вообще в нашей области уже более 50 лет. У нас большие результаты есть. То есть у нас есть и участники Олимпийских игр неоднократные. Ну и сейчас у нас давно не было, в принципе, в женской гребле именно результатов. И вот это, можно сказать, такие самые большие результаты в женском каноэ, как в молодом виде. Расслабляться ребятам некогда. Сейчас начнется активная подготовка к отборочному туру на чемпионат мира. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.